Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Сегодня пишут о том, что Ксения Собчак публично унизила тяжелобольного Бориса Корчевникова. У себя в телеграм-канале она выложила подборку небольших видеофрагментов его интервью и написала, что, ну, вы догадываетесь, что мы очень любим Бориса Корчевникова, у нас таких видео очень много. Это видео, скажем так, ну, не то, что не самое удачное, а какие-то моменты, над которыми она может, как ей кажется, может быть, посмеяться или насмехаться над ним. Вы знаете, давно уже сказали, что Корчевников тяжело болен, и у меня, например, вызвало это еще больше уважения, когда ты понимаешь, что человек делает качественный продукт, когда у него проблемы со здоровьем, когда он практически не слышит тех, с кем разговаривает, смотрит на экраны, но при этом я считаю, что это один из лучших интервьюеров страны. Вы знаете, даже несмотря на программу, кому-то нравится, кому-то нет, то, сколько этот человек последний там, год с лишним уже помогает людям на Донбассе, сколько людей получили помощь от него, это просто не счесть. И нужно действительно преклониться, низкий поклон ноги Борису Корчевнику за его действительно открытое сердце, помощь детям, взрослым, сколько гуманитарки, сколько он сам раз там побывал. И вы понимаете, Собчак, который берет интервью у людей, после которых их, скажем так, у них возникают проблемы, может быть, с некоторыми действительно нужно было, да, но хоть карандаш она отвезла туда. Вы знаете, мне это очень неприятно, потому что я считаю Бориса Корчевникова не просто достойный человек, он человечный, помогать людям бескорыстно. Для Собчак неведомо, что это такое. И вот так нападать на человека, я считаю, что это она не имеет никакого права. Никакого права точно. Потому что Собчак живет по принципу «все мне», а Корчевников живет по принципу «людям». И это два совершенно противоположных принципа жизни. И нападать вот так, и высмеивать его, пытаться высмеять. Дай Бог, чтобы ее никогда не коснулось то, что коснулось его в плане здоровья. А может быть, именно это и делает в определенной степени из людей, тех людей, которые стараются помогать другим людям, узнав и познав, что называется, боль на себе, боль жизни. Друзья, что думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку закреплю на комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.